Всем привет! Я не знаю, как мы сейчас будем с вами чистить. Это две здоровенные глыбы мока. В руках держать их нереально. Она это килограмма 3 весит, а это килограмма 2 с лишним. Ну, сейчас будем чистить как-нибудь. Так, эту глыбу мы сюда, эту сюда. Сейчас потихоньку начну. Кто смотрел мою распаковку от Юли, знает, что мне там пришло все огромнейшими глыбами. Там прям вообще было что-то с чем-то. Это я уже зачищаю свои запасы. Они не просохли, потому что я когда получила брус, я сразу разобрала то, что нужно было по броне. Ой. Я расфасовала и сразу убрала себе пакеты. Из-за этого она не высохла еще. Не успела. А сейчас я уже буду просушивать именно свои запасы. Оп, сейчас мы отломим. Вот так. Короче, будем разбирать потихоньку. Вот такими кусочками милое дело, конечно, чистить. Удобно. Я имею в виду на видео удобно. Глыбы несложно чистить вне камеры. А на камеру, да, сложно. Вот такой кусочек красивый. Так. Да, мы сейчас ее разберем. Оп. То, что малявки отломились, я их уберу. Потом маленьким ножом зачищу. Будет у нас 2 в 1 разбор глыбы руками и чистка. Вот нож глубоко опять пошел. Вот такая малявочка. Мока я люблю. Она хоть и терпкая, но не горькая. И она чистая. Под ножом ни песчинки. Абсолютно чистая. Ну, только уголек встречается. Вот такой кусочек. Красивый. Так. Что мы тут можем еще разобрать? Сейчас посмотрим, что на нем налипло. Так. Ну-ка. Сейчас попробуем вот в эти щели залезть. Вот. Поломали. Вон, видите, сколько уголька в ней? Я уголек не люблю, я его срезаю.
потому что он ощущается на зубах. Я его чувствую. И он, кстати, вот где много уголька, он и придает вот эту вот горечь, которая мне не очень нравится. Так что срезала, и все отлично. Вот такая красота. Туда. Она вот чуть-чуть, и она высохнет. Не сильно влажная. Ну, прям красота. Ну, ё-моё, не сыпаться. Так-с. Это раскол. Вот такой кусочек. Раскол я не зачищаю. Так. Сейчас приберусь и вернусь. Убрала лишнюю крошку. Сейчас мы будем зачищать. Это краешек прям темный. При распаковке зачищала я. Ну, как глубоко уходит уголек. Хорошо, при расколе мы его зачистим. Так, эту глубочку подтащить.
Почистим мы с вами одну губу. Большую губу я уже буду чистить без вас. Потому что это нереально сложно. Ну, здесь, в принципе, раскол был, сильно изучать не буду. Так, и остался нам бачок. Мука мы с вами почистили. Вот такая красота у нас с вами получилась. А эту большую губу уже буду зачищать без вас. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.